Всем привет! Напоминаю, тема для тех, кто в курсе событий. Остальным не стоит капать ядом. Для начала советую ознакомиться с темой про вихревую энергетику и непосредственно, что есть энергопосох. Кто следит за моей деятельностью на канале, конечно, смотрели один из последних роликов под названием «Возвращение». Там я рассказал, как дистанционно энергии посоха повлиял на безнадежно больного, находящегося в коме, после чего он выжил. Единственный минус моих действий был один. Я действовал без разрешения. Пациент не мог сам меня об этом попросить, так как был не в состоянии. Это не первый мой эксперимент по дистанционному действию посоха. Еще несколько лет назад я выпустил пару роликов, где передавал энергию для оздоровления дистанционно, чтобы любой желающий мог его воспроизвести на телевизоре, компьютере и даже на мобильнике для воздействия на организм и улучшения или изменения его состояния. За 3 года мне пришло множество сообщений и рассказов, как и на что происходили действия. Кстати, до сих пор приходят. Но в своих исследованиях мне хотелось бы пойти дальше. Дело в том, что с тех пор, как я разработал энергопосох несколько лет назад и успешно воплотил в жизнь, подробно описав на своем канале, как его делать самостоятельно, много кто повторил мои разработки, проверив на себе и окружающих. Конечно, я тоже старался делать хотя бы 1 или 2 в месяц, выпуская все новые и новые модификации. Как вы знаете, уже 2-й год я делаю ограниченный вариант гибридного энергопосоха, то есть 2 в 1. Почти как трансформер. О том, как им пользоваться, даже записал ролик с подробной инструкцией. Но жизнь не стоит на месте, поэтому я хочу объявить о следующем глобальном эксперименте. В нем могут принять участие только те, кому я отсылал посох, сделанный лично мною. Суть состоит в том, что изготовив любое изделие, чем бы это ни было, в него вкладывается часть энергии мастера, сделавшего это изделие. В результате всегда будет присутствовать энергетическая связь, причем такое может быть и в том случае, если кто-то другой изготовил изделие, скопировав по предложенным чертежам или клонируя что-либо. Все равно связь будет присутствовать, хотя и меньше, а также с примесью копирующего. В этом я множество раз убеждался, проводя различные эксперименты. Особенно касается ситуации, когда я в марте месяце прошлого года просил в одном ролике дать мне разрешение использовать в одной мировой миссии множественную энергию посохов, которые были сделаны мною и другими по моей разработке. Эта миссия касалась начала военных событий февраля 22 года. Кстати, хотя теперь не каждый день, но я до сих пор продолжаю. Сам ролик мне пришлось пока удалить, и если мир в ближайшие несколько лет не рухнет, то я его восстановлю и расскажу, что и как происходило во времена эксперимента. Скажу только, что при каждом сеансе я отчетливо чувствовал множество энергопотоков, не только от посохов, на которые мне дали разрешение и были постоянно включены по моей просьбе, а подтвердили более 50 владельцев, но и те, которые не были в разрешенном списке. Кроме того, мне удалось расшевелить их даже в выключенном, то есть пассивном состоянии. В результате на большинстве сеансов, по моим ощущениям, создавался энергопоток более чем от 500. Посохов. Возможно, доходило и до 1000. Стало понятным, что разрешение на использование не обязательно, так как влияние энергопотока было направлено не на людей, а на... Ладно, пока история об этом умалчивает. Так, а теперь к делу. Суть настоящего эксперимента. Все желающие, кто хотел бы принять участие и получили от меня энергопосох любой модификации,
должны личным сообщением дать свое согласие, написав мне об этом на Telegram Messenger приват. Ссылка, конечно, будет под роликом. У тех, кого есть сложности с мессенджером, можете прислать свое согласие на указанный почтовый ящик. Но Telegram, конечно, предпочтительнее, так как меньше возни и более наглядно. По вашей письменной просьбе я вам же создам энергетическую привязку к посоху. Так как это эксперимент, а вы становитесь ее участником, то вам необходимо ежедневно отмечаться о ходе проведения. Конечно, отчетность добровольная, но весьма важная, так как, возможно, будут происходить некие непредсказуемые события. Для этого нужны мои определенные действия. Но, вероятнее всего, ничего происходить не будет, так как это все-таки весьма странный эксперимент с точки зрения обывателя. Да и вы, вероятно, регулярно пользуетесь самим посохом. Поэтому, как минимум, вы уже адаптированы к его действию, и ваш организм, возможно, не станет сильно реагировать. А что значит привязать к посоху? Между вами и им станет существовать энергетическая связь. В результате, где бы вы ни находились, он будет постоянно на вас действовать. Причем независимо от того, будет ли он включен или выключен. Конечно, не так заметно, как при близком использовании, но, вероятно, это должно дать некие результаты. А вот какие и в каком ракурсе, в этом и заключается суть эксперимента. Разобраться в еще неразведанных свойствах посоха. Что от вас требуется для участия в эксперименте? Вы делаете фотоснимок себя рядом с посохом. Если у вашего семейства и друзей есть желание тоже поучаствовать, то все должны присутствовать на снимке. Можете даже ввести в эксперимент своих домашних животных и растения. Совсем не обязательно, чтобы вы и посох полностью были в кадре. Вполне достаточно ног, рук и так далее, если не хотите себя засвечивать. Стучитесь мне в Telegram, пишите о желании участвовать в эксперименте, указывайте списком имена всех присутствующих на фото, и если можете, то ежедневно отмечайтесь о ходе прохождения. Даже если ничего не заметили, то желательно ежедневно просто писать «нет». И ориентировочно длительность эксперимента будет 30 суток с момента заявления об участии. После чего или в процессе проведения вы можете написать об остановке привязки и выходе. Сам посох может быть в любое время включен или выключен. Для более тщательного хода эксперимента желательно, допустим, на неделю включить посох, а следующую выключить, фиксируя в отчете. Если участников наберется около десятка и больше, и если из их числа за месяц произойдут некие события, хотя бы у 2-3, то буду считать эксперимент удачным. И тогда, вероятно, попробую повторить подобное уже с владельцами, которые пользуются посохами, сделанными не мною. Через месяц после окончания эксперимента энергетическая привязка снимается. Или если вы желаете оставить связь, то сообщайте об этом. В ходе эксперимента никаких негативных последствий не должно происходить. Все владельцы достаточное время находились под энергетическим действием своих посохов и адаптировались к его влиянию. К тому же подобная привязка, даже круглосуточно действуя на вас, не сможет привести к передозу или повышенному отклику защитной системы организма, так как действие энергии в такой ситуации – очень тонкая. Жду ваши заявки участия в эксперименте. Вероятно, по результатам эксперимента будет выпущен отчет. Всем пока!